Полиция утверждает, что 7-летнюю Эмили похитили из ее дома прошлой ночью. Вы что-то говорили? Что тут происходит? Вы описывали свои отношения с Хэсвиллами. Она моя соседка. Я видел, как она играла днем на улице со своей няней. Интересно, учитывая, что ее в последний раз видели прошлым вечером. Уилл, увиденное может тебя удивить. Этот препарат, ЗИ, как вы его зовете, создан именно для того, для чего ты его себе прописал. Это напоминает кому. Но для некоторых, для тех, чей разум более восприимчивый, более активный, все меняется. Меняется, искажая временную линию, показывая будущее в виде сна. ЗИ направляет твой мозг в иную временную точку. Я дрейфую между сегодня и завтра, а для вас это вчера и сегодня. Послушай, все изменилось. Я пережил это все иначе. Уилл, выбор есть всегда, но последствия... К черту последствия! Если ты это видишь, оно существует. И один человек способен изменить будущее. Я начинаю. Иными словами, путешествие во времени...